Друзья, приветствуем вас. Мы находимся на объекте в Москве, город Чехов, где установлена система отопления теплопанель. Это большой крупный комплекс по производству пластиковых изделий в виде септика, погреба, пластиковых труб и всей остальной продукции. Панели удачно смонтированы, установлены, подключены. Данный класс оборудования, то есть отопление теплопанель, выбирает у нас из-за того, что снижаются капитальные затраты на закупку котельного оборудования, а также есть возможность снижать ежемесячные расходы на отопление от 30 до 52%. Таким образом, установлен данный класс оборудования в производственных предприятиях. Собственники либо учредители экономят не только благодаря тому, что данный вид отопления у них работает, а еще выигрывает благодаря эстетичному виду, благодаря отсутствию движущихся частей, которые позволяют не перемешивать пыль, не гнать воздушные массы. А также данная панель является пожаробезопасной, так как температура теплоносителя никогда не превышает 95 градусов. Она крепится вот на такие цепочки. Ну, можно применять разные виды креплений, но в данном случае из-за того, что это здание старое советское, применили следующий вид. Вот. Все крепится на карабинах, все достаточно легко монтируется. Панели между собой крепятся с помощью фитингов пресс-пресс, которые позволяют исключить протекание воды, делать систему замкнутой и позволяет не обслуживать ее. Если вас заинтересовал данный класс оборудования, в любой категории зданий, неважно, производственное это помещение, торговое, складское, спортивное, оставляйте заявку по ссылочке внизу под видеороликом, и наш специалист в ближайшее время с вами свяжется. Также подписывайтесь на наш канал, мы будем держать вас в курсе событий.